тьма, мир, что мы знали ранее. Дорастают тени, и да воссияет вновь солнце над созданным нами миром. Сила Кукулькана. Что не помешает мне изменить мир? Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Победишь Бога! Я позволил тебе жить. Больше не позволю. Ха-ха-ха-ха!
жизнь. Ты не победишь Бога! Я позволил тебе жить, больше не позволю.
Дорогие мои, вы можете замереть на секунду? А, да, королева. Один. Можно мне глянуть? Конечно. Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила. Что бы ты сделал? Моя храбрая дочка, которая не ожидает. Один ягуара! Где же пройдет наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Вау! Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мам. Помочь мне со следующей... Прощай, папа. ...подготовки к походу. Нет. Ты мой научный ассистент. А, да, вы правы. Виноват, мэм. Что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. Купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю сейчас, его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь тень. Спасибо, идите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Унурату, мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь... Мы объединим Пайтити, как она мечтала.
Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Куак-Яку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? Мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Ого. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже Учо? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен. Thank you.
Я ошибалась. Я думала, что должна совершить что-то выдающееся, чтобы моя жизнь снова стала моей. Думала, что должна все исправить. Но тайны мира нужно хранить, а не разгадывать. Я всего лишь одна из многих защитников. Я не знаю, что уготовано мне в будущем, но не могу дождаться своего следующего приключения. Я постараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Чаю, мисс Крофт? С радостью. А сейчас я просто рада быть дома.